Всем добрый день. Вот, пришла я опять кормить свою индюшечку. Сейчас вам покажу еще двух. Но те какие-то не такие классные, как это. Вот. Это вообще прикольное. Ой. Вот, смотрите, как она кушает хорошо. Давай. Кстати, не все ест. Вот яблочко сейчас ест. Капусту обычную не хочет. Так что они тоже гурманы. Ну, смотрите, как ест. А сейчас отдам капусту, смотрите, обычную. Этот у меня кусочек. Вот интересно, съест или нет? Давай. Вот, не хочет, видите? А яблочко сейчас съест. Вот, а ну капусту. Капусту нет. А лучок? Лучок? Лучок будешь? Давай. Лучок не будет. А яблоко сейчас съест, вот смотрите. О, пожалуйста. То есть они еще себе выбирают, что им больше нравится. Ой, давай, моя хорошая. Ну вот, у нас тут одна девушка сидит. Вот, сейчас вам покажу. У нас тут еще внизу роддом. Вот, нет, индодом. Сейчас я закрываю. Ой, кстати, смотрите, как интересно можно сделать закрывашки. Просто скрученный, ну, кусок металлической трубки, я не знаю, как это называется, вот, и отлично держит, очень удобно, и не теряется, можно вешать. Так, теперь смотрите, что у нас здесь сидит. Значит, тут у нас еще барышня вот эта сидит на яйцах индюшиных, а вот эта змеюга сидит на яйцах мараних. Вот это, блин, такая зверюка, это просто капец. Вот, у этих стоит у меня вода, вот здесь еда. Вот, то есть у них тут все продумано. Эти ходят, но, честно говоря, та еще не встает. Вот та сидит так, блин, жестко на месте, что, блин, звездец. У меня спрашивали по поводу инкубации яиц индюков. Вот на днях я буду вечером здесь смотреть оплот и буду рассказывать о том, как я инкубировала индюков в инкубаторе. То есть, ну, в принципе, ничего сложного нет. Инкубация похожа на инкубацию куриных яиц, но она немного дольше. А в принципе, параметры там, в принципе, те же самые, только разделяете, если середина куриных яиц происходит, это где-то 10-й день, то здесь получается день 15, вот это середина инкубации. Соответственно, с этого момента как бы там, ну, регулируете температуру. Что по влажности, что по температурам, они, в принципе, одинаковые. И если даже вот есть люди, которые закладывают и куриные, и индюшиные яйца, то есть вы можете заложить на неделю раньше индюшиные яйца, а потом положить куриные яйца, и у вас будет вылуп, в принципе, ну, в один день. Вот. Ну, тут больше такого нечего рассказывать. Вот видите, девки, вот это, смотрите, какая зверь. Смотрите, смотрите, вот это вообще зверюга вообще, гляньте, гляньте, надулась. Смотрите, смотрите, пантера. Я эту дуру боюсь. Вот. Та такая, она поспокойнее, вот та вот. Вот. А это, а та верхняя вообще классная. А это такая дурила. Ну, кстати, она порванная была. Рану обработала ей. Вообще, конечно, индюки рвут этих индюшек. Блин, я не знаю, комбинезоны надо им шить. Или я даже не знаю, что им надо шить, но звездец. Вот. Так что сейчас я их угощу. Но я им кладу, я их не кормлю. Хотя можно попробовать дать. Но сейчас посмотрите, что это будет. Вот. Короче, рискуя жизнью, смотрите. Смотрите, рискуя жизнью, она сейчас клюнет меня в руку. Вот это змея. Ой, мамочки, вы видите, что делается? Это же какой-то страх. Ну, давай уже, бери. Вот это, короче, противная индюшка. О! Ну. Короче, какая-то дурна. О, ой, смотрите, только ей, то я могу давать с рук, а это я реально эту боюсь.
Это надо меньше кусочки давать. Но она какая-то, видите, чокнутая. Я ее боюсь. Она мне как шибанет по рукам. Мне проще им тут положить. О, видите, что делается? Змея. Так они еще шипят, как змеи. Сейчас я ей здесь положу. Она себе уже выберет. Вон, пусть же. И сейчас второй положу тоже. Вот. Вот, пусть выбирает, что она будет есть, что нет. Ну, в любом случае, у этих есть еда, вода. Встанут, поедят. Вот, тут еще одна у меня звезда ходит. Моя красавица. Ага, она мне видит, у меня тут еще мисочка с едой. Вот. Да? Ты еще хочешь кушать? Пришла. Боже, какие они ручные, ребята. Это, блин, капец какой-то. Такие классные эти индюки. Мечтовая птица просто. Не требующего ничего, каких-то особых сил и так далее. Тебя угостить, да? Ты будешь кушать, на. Будешь? На. Будешь? Будет. Будет кушать. Вот. Ну, у меня самая любимая, это вот та наверху, которая. Видите, так взяла. Ой, какие у меня индюки. Можно прям в зоопарк их. Да? Ой, как вкусно. Ой, как вкусно тебе. Ой, как вкусненько. Нет, это не хочешь, да? А вот это? Бери. Вот так. Ой, как вкусно. Ой, как девочки, вкусненько. Сейчас еще вот это съест обязательно. Это они пекинку любят. Сейчас еще лучок. О, смотрите, как мы поели хорошо. Попрошайки. Капуста они, кстати, не очень сейчас. Они уже офигели. И капусту так есть не хотят. Так. А, я забыла вам рассказать, что у меня аж победил мой индюк. Вот, смотрите, надо сюда мне еще, чтобы не переваливало. Вот тут лежит кирпич, а надо сюда что-то еще класть. Сейчас я засыпаю, что у меня тут есть. О, сейчас девки сбегутся. Сейчас девки сбегутся кушать. Вот. Все повыедают. Самое вкусненькое. Красотки мои. Барышни. Так что, о, так я же вам забыла рассказать, что победил мой индюк. Была драка, наверное, минут 40. Притом драка была как у борцов. Вот, они, конечно, себя чуть поцарапали. Вот. Но ничего, ничего, все у них сложилось нормально. Так, ну что, будем мы уже выходить. Так что вот такие коротенько видео сняла. Вот тут у них гоняют друг друга. Все, ребят, всем всего хорошего.